моем словаре нет слова «невозможно». Мне в комментариях писали: «Дай мне инструменты, я сделаю лучше». Я решил доказать, что без инструментов, но с огромным желанием, возможно добиться задуманного. В древние времена мастера-кожевники пробивали кожу подручными материалами, использовали острые кости, заостренные камни и сшивали их нитками. Таким же, самым надежным седельным швом, которым я сшиваю все свои изделия. Вместо заостренного камня я взял гвоздь, а для разметки обычную вилку. Тем самым я смог хоть немножечко погрузиться в то время. Я прочувствовал, насколько это трудоемкий процесс – пробивать каждое отверстие. В то время люди были очень терпеливыми. Несмотря на такую сложную работу, они все равно делали это. У них не было отговорок. Они просто брали и делали, несмотря на окружающие обстоятельства.